have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Буквально пару шагов вернулся назад, а здесь стоит вот этот упырь. И тоже хочет с нами драться. Ау! Знаешь что? Я пытаюсь его успокоить. Но у нашего напарника получается успокаивать гораздо лучше. Не знаю, тыкаю на двойку, на вот это все, но не работает это. Я не знаю почему. Что не так с этой игрой, что не так в этом. Он просто, блин, с металлической палкой. Так, ты как себя чувствуешь вообще? I've been better, but nothing serious. То есть чуть-чуть ему красного повесили, но... Мне еще предстоит разобраться, как у него это все считается, читается. Мне самому, в принципе, прилетело неплохо так. Ну ладно. Чёртова магия. Я не знаю, как это работает. То есть это висит на 1, 2, 3, насколько я понимаю. Так, это прокачивается. Я нажимаю на эти кнопки, оно не работает. Может, я что-то делаю не так. Вполне возможно, я этого не отрицаю. Если есть идеи, как и что, пожалуйста, пишите. Возможно, дело в том, что это бета, я не знаю. Ну, то есть, вот, я нажимаю 1, нажимаю 2, нажимаю 3, но при этом ничего не происходит. Это крайне печально. То есть, я-то играю за мага? Вот, но за столько серий у меня не получилось дернуть ни одного магического фокуса. Даже, блин, огонь из ладошки не получилось. Ладно, тут не про это. Ну, ладно, этот геймплей у нас отличается как минимум тем, что мы проходим более тщательно, смотрим те места, которых мы не видели, во-первых. Во-вторых, у нас есть напарник, что тоже новое, такого раньше не было в моем прохождении. Блин, погодите, это место со стрёмной книжкой, да-да-да-да-да, которая лежит здесь на полу, которую фигу видишь. Так, да, эту книгу мы в прошлый раз находили, мы ее в прошлый раз читали. Отлично. И мне интересно, если этот ящик когда-то переполнится, он очень большой. Да ну почему?! У него, кстати, серьезное оружие. Видите, он тычковыми атаками бьет. Прибежал к нам за пол карты вообще. Так, хорошо, у нас кольчужная рубаха, которую мы одеваем, добавляет нам кучу неудобства, но опять же мы становимся толще. Ботинки, которые не очень, шлем, который не очень, подшлемник в смысле. Гамбизон на 1,5-1,5 у нас... На 2 у нас получше. Да. Гамбизон не в счет. Туника, которая почему-то не всегда читается как тоник. Леггинсы. Леггинсы я, наверное, заберу для нашего другалька. Сейчас посмотрим, что у него. Мне кажется, что... О, вот у меня еще один скилл этот прокачался. Да, эти явно получше. Это защита для ног будет получше. И вот эту куртку мы, наверное, тоже выкинем. Вроде как сюда, на четверку, да, это у нас слегка затуманить разум цели, чтобы она никого не узнавала. А это у нас массовое... А, недоступно, наверное, у нас еще просто не прокачано, это хорошо. Для массового нам не хватает. Требует инверсию. Требует инверсию. Ну, давайте я вот это прокачаю, чтобы цель нам доверял на некоторое время. Не знаю, почему эта штука не работает. Так, у тебя бердыш? Да, у тебя бердыш, хорошо. Слушайте, слэш на 3. Ну, это двуручное оружие. Не, спасибо, пока что нет. Прилетел к нам из ниоткуда, блин, Карлсон.
Тут ничего такого вроде нету. Я начинаю вспоминать, что это за место. Мне оно смутно кажется знакомым. Но, опять же, без карты я здесь не разберусь. Мне нужно будет поискать карту. Я надеюсь, что она найдется в скором времени. Может быть, даже в этих сундучках, нет? Рубашка, штанцы. Штанцы такие себе у нас уже получше. Наплечники, но у нас уже есть. Наплечники, кстати, тема. Так, а там? Там ничего нету. Переложим на верхнюю полку. Просто сравнить с тем, что у нас есть. У нас на 2, 2, 1, 1,5. Точно такие же у нас, да. Хорошо. Кладовочка полезная, но бесполезная. Ну, то есть, в принципе, хорошие вещи, просто что у нас уже такое есть. Север. Надо пробовать держать направление на север, чтобы понимать, где мы и что мы. Так, это у нас судебный зал. Ага. То есть вот в него вход центральный такой, ну, грубо говоря. И откуда ты здесь взялся? Тут тырок, блин, с бердышом. Мне кажется, или мобы стали чуть более агрессивны. Так, это просто скамейки у нас, да, деревянные, чтобы товарищи наблюдатели не отморозили себе пятую точку. То есть это ни в коем случае не ящики. Да, вон там даже спинки есть. Хорошо. Так, судебный зал. Погодите, а... Ау, больно. Наверное, могло бы быть. Север. Туда. Хорошо. Пойдемте дальше посмотрим. А, дальше у нас, собственно, нет. У нас... Стойте, я хочу понять, что оно все закольцевалось, и там нет других проходов. Вот у нас проход к судебному залу. Тут у нас держали временно заключенных. Вот их выводят на трибунал. Сюда. Ты где? Здесь мы проходим. Здесь у нас кладовка. И больше никаких проходов. Все закольцовывается, да? Ха, он такой кольчужкой бздынь. Хорошо. И вот это у нас серединка, которая выводит нас опять же. Да, отлично. Все. То есть это место у нас, грубо говоря, тупиковое. Теперь здесь. Вниз у нас есть проход. Вниз у нас есть проход. А, и который ведет нас к началу уровня. Все, я понял. Ключа-то у нас до сих пор нету. Немножко печально. Хорошо. Это место мы, получается, исследовали. Это закрытая комната? Да, это закрытая комната. Блин, а получается, что во всем судебном вот этом вот беспределе тут не было нигде никакого ключика? И у тебя не было никакого ключика? Ты что, вообще что ли? Не надо так ногой делать. Там, да, господа присяжные, я протестую. Мне, пожалуйста, ключ нужен очень, пожалуйста. Какой бред. Погодите, а вот это что? Это столик просто с записями? Я серьезно, я боюсь забыть что-то, что здесь, например, был где-то важный ключ или что-то такое. Я теперь что-то упускаю. У нас остались неоткрытые двери. Так нельзя. То есть вот эта вот дверь у нас не открыта. С той стороны я понимаю, что это будет просто шорткат, если дверь на вход. Но вот эта вот дверь, это что-то... Возможно ли какая-то кладовка или что-то важное. Хорошо, длинная комната. Из длинной комнаты пойдемте еще раз с краю посмотрим. Вот здесь. Куда мы могли пройти или не пройти. У нас тут коридор. У нас тут запертая решетка. Отлично. Перфекто белиссимо. О,
Тут ничего нету. Ладно. Нет, вот эти вот моменты до нахождения карты, они прям реально трудные, потому что с картой исследовать становится легко, приятно и интересно. Но до того момента, как ты нашел карту, ты такой тычешься по разным углам и пытаешься у себя в голове это сопоставить. И, блин, как, что? И, наверное, вам тоже смотреть гораздо приятнее, когда все-таки я ориентируюсь, куда ходить, чем просто тычусь вокруг и не понимаю, что происходит. Дверь, которая открывается. Ух ты. Хотел сказать, дверь, которая закрыта. Опа. Карта. Это немножко не та карта, которая нам нужна. Но здесь опять же есть компас. Уже третий, который нам... Да, давайте я один взял, пусть еще один будет. Может, нашему другальку компас отдать. Ага, старая записка, которая слишком промаслена, чтобы ее прочитать. Кстати, тут буквы написаны нормально. Давайте мы ее сюда. Стульчик. На, чтобы он нам не мешал. Хорошо, мы нашли что-то новое. Это уже хорошо. Ну, как бы новое, все новое, это хорошо, забытое старое, да, как там говорится. Тут есть дверь. Заперта. Я это обожаю. У нас уже, грубо говоря, три запертых двери. Пока что ноль отпертых ключей. А на столе ключика нету никакого? Мы как-то вот пару серий назад в комментариях обсуждали вот эту тему с пожаром. Было бы чертовски интересно. То есть, если бы здесь ввели механику пожара, здесь очень много вот этих вот промасленных вещей, каких-то сухих деревяшек. Прикиньте, если бы это можно было поджечь. Причем не обязательно в хорошем смысле поджечь. Я имею в виду не то, чтобы спалить зомбаков. Нет, а, например, такой взял, поджег и потом сам сгорел в пожаре. Такой, ну все, молодец. Но это было бы правдоподобно, как мне кажется. Так, еще одна запертая дверь. Суперски, у нас их три. Надо пытаться... Заходи. Я не собирался от тебя никакие тайны тут прятать. Давайте... О, там дверь... Привет. А что, если мы не нападем друг на друга, а? А? Как тебе такая идея? О. А тут что-то интересное, или мне кажется? Это шкатулка? Да. Прямо шкатулочка. А ты кто? Книга. Ну, мы не можем почитать, она просто книга. Это ее сущность. Хорошо. Блин, знаете, после Fear and Hunger я каждый раз вижу подобное место с кроватью. И такой, надо сохраниться. Ляг в кровать, поспи, надо сохраниться. Как все-таки игры друг на друга влияют на восприятие друг друга. Тут, кстати, кровяка. Ничего, все нормально. Может, это вино? Так, ладно, эта комната пустая. И она, кстати, была открыта. Ну и чё вы пришли ко мне сюда? Ой, блин. Понаехали тут. Я просто пройду. Тебе это не надо. И тебе это не надо. Я просто пройду. Не иди в одну сторону со мной. Спасибо. Мне нравится, что есть вот этот вот звук, когда ты кольчугой во что-то врезаешься, и такой дзиньк. Так, это поножи. Чувак, вписывайся. Все, ушатали. Следующий. Сзади! Ты ко мне? Давай, подходи. Так. Я не вижу нифига. Оно встанет. Нет, не встанет. Все, хорошо.
Я в стуле запутался! Молодец, всех ушатал. То есть, ну, по сути, он тут реально сделал большую часть работы. Ты как? Бывало и лучше, но ничего серьезного. То есть, ему не особо прилетело, хорошо. Нужно где-то... Ребят, я не хочу это в интернете читать. Вы мне напишите его уровень здоровья, как он отображается и как мне это понимать. То есть, какие фразы, на что он говорит и насколько здоровья у него осталось. Потому что, ну, если он говорит ничего серьезного, это прям реально ничего серьезного. Все нормально, его не убьют. Так, да, подойди ты уже, открой. А, да, у нас тут были поножи, да. Я как раз смотрел на поножи, когда меня захотели убить. Чё вы такие агрессивные-то? Так, это у нас обычное копье, не маленькое, это большое. А, нет, короткое. Написано, короткое копье, хорошо. Короткое копье у нас уже имеется. Waistcoat нам такого вроде как не нужно. Ладно, зато зачистили территорию. Они теперь не будут мешаться под ногами. Блин, все прибежали, все, кто можно, прибежали. Вот же ж... Нет, не все. Тут есть еще. Ладно. Я видел там дверь, я специально оставляю ее закрытой, чтобы мне никто не мешал тут. А, черт с вами. До свидания. Ну, потому что я его сейчас буду уговаривать. Пожалуйста, дай мне открыть дверь. Он все равно на меня заагрится в неудобный для меня момент. Ну, блин, ну, это же так работает. Ух ты ж. Это так работает, я не хочу. Игра очень сильно предусмотрела вот это все. То есть каждый раз они стоят в проходе. Они вроде как не кидаются на тебя, но они каждый раз стоят в проходе. И чуть-чуть ты не так посмотрел, и они на тебя уже сразу летят. И всякое такое. Так, это кухня. Это я помню. Там в печках ничего нету? Ладно. Да, это... Я вспомнил, это огромная столовка. Нет, я сейчас пока сюда не хочу идти, погодите. Я бы вообще с удовольствием нашел бы сначала карту. Черт, ай. Я помню, что в прошлый раз я в этом месте очень сильно заблудился. Оно огромнейшее, без каких-либо... Ну, таких вот четких ориентиров. И без карты тут заблудиться вообще нефиг делать. Тут штаны... Ну, такое себе, да. Хорошо. Еще фишка-то в том, что каждый уровень у нас потихонечку становится... Меньше и меньше, ну, до определенного количества. То есть второй будет меньше, чем первый, третий будет меньше, чем второй. С этим у нас вроде как все понятно. Поэтому я надеюсь, что до определенного момента у нас будет уходить меньше времени на исследование. Кстати, четвертый уровень, он вообще вроде как небольшой. Там просто есть проблема, про которую, я думаю, вы помните. Чертова Чубака. Я не знаю, у меня есть ощущение, что я, наверное, хочу попробовать ее убить. Прям вот... мне кажется, я не буду от нее бегать. Этот идиот и его уроды, его наемники до сих пор отправляют многих сюда, вниз, в подземелье. Должен признать, что меня атакуют! Нашего оружия хватает, чтобы 2-3 удара отправляли... Он мне, по-моему, первый удар по голове топором, и меня чисто по шлему шлем спас. Чтение записок. В некотором плане он меньше дурак, чем он является на самом деле. Мне нужно получить преимущество от этой ситуации... И продолжить свои исследования. Короче, ладно, спасибо. Записка. Записка подстависка. Прибежал чувак, начал меня топором избивать. Вот же ж. Так, вот, точно, комната с картиной. Да, было такое. Я художник, я так вижу.
То есть он тут сидел на креслице, его рисовали, все нормально, все, картину мы завалили. Пусть это будет стол с картой, пожалуйста. Нет, это стол за... И с ключом, кстати. А ключ от... А, это, по-моему, ключ от шортката. Ну-ка, ну-ка. Да, блин. А, да, это тоже мы читали. Хорошо. Ребят, не обижайтесь, когда я говорю там, типа, мы это читали, мы то уже читали. Ну, просто реально, по второму разу. Мы более-менее, как бы, относительно истории от нас не ускальзывает. Просто тут сюжет, он не завершенный, он не до конца. Все то, что здесь можно было прочитать, мы уже с вами читали. Я не хотел бы на этом задерживаться сейчас второй раз. Ну, еще одна записочка. Видите, эти записки у нас не глючные, они нормальные. То есть каким-то образом... Вот со второго... По-моему, на втором этаже вообще не было ни одной глючной записки. Это место начинает меня интриговать. Тавен понимает больше вещей, чем я мог бы представить. Бла-бла-бла. Но тут у нас все то же самое про Тавена и про то, что здесь происходит. Хотя до конца нам это так и не дают выяснить. Вот эти вот вещи я никак не могу не вытащить, ничего. Они чисто декоративные свойства имеют. Хорошо. Так. Ключик. Ключик мы нашли. Один ключик, грубо говоря, из трех дверей, это уже совсем неплохо. Так, тут ботиночки и курточка. Нормально. А, сундук. Приныкался. Случайный такой рандомный сундучок. Тут у нас сапоги. Это кольчужные перчатки, которые можно надеть под обычные. Ну-ка, это у нас... 2,5, 1, 2. 2,5, 1/2. Блин, кольчужные. Ладно, пока прихвачу их с собой. Сапоги такие себе. Сундучок, кстати, приныкался, абсолютно незаметный такой. Кольчужные вещи мне, в принципе, нравятся так-то. Тут у нас ванночка, и вроде как ничего такого больше нету. Хорошо, что я сюда заглянул. По крайней мере, мы получили ключ хоть от чего-то. Это радостно. Тут у нас кухня. Ну, это так, как таковое жилое помещение. Там вон спальня, тут кухня, там туалет. О, ящик. Ну, в ящике только мыльно-рыльные принадлежности. Надо пробовать, по-моему, бочонки открывать, все вот эти вот. Но они не открываются, они, по-моему, выделяются. Те, которые можно открыть, они выделяются. Ну, не то чтобы выделяются мышью, но, в принципе, они по-другому выглядят. Так, тут нас встречал вот этот добродушный паренек, который не захотел по-хорошему. Дверь с таким скрипом открывается, прикольно. Так. Что у нас тут? Тут шкатулка. К сожалению, они пустые. То есть шкатулки, когда мы находим, они просто идут как шкатулки. И я возьму для, наверное, ключей второго этажа, что ли. Посмотрим. Может, у меня ключи будут распределяться по этим. Отвлекают, звонят. Звонят, отвлекают. Я тут играть пытаюсь, а люди звонят. Так, хорошо, ты кто? Ты тоже шкатулка. И тоже пустая. Честно, очень сильно не хватает большего зума. Вот для обыска маленьких вещей вещи тут сливаются. И очень хотелось бы большего зума для того, чтобы... Так, это я отсюда перешел вроде как, да. Хотелось бы большего зума, чтобы можно было рассмотреть, чтобы можно было найти какие-то еще ключи, какие-то еще что-то. Не хватает. Так, тут у нас кераска, которая, в принципе, наверное, нет, потому что, ну, не те показатели брони, которые мне хотелось бы. Но тут у нас сундучок. Сундучок. О! А в сундучке у нас есть бердыш. Ну, бердыш мы уже видели у одного из перцев, мы могли бы его себе получить. Хочу ли я это оружие? Наверное, нет. Так, записка.
Старое. Да, кстати, я вспомнил то, что вы мне говорили с прошлого прохождения, что есть типа старые рукописи и просто рукописи. И вот они различаются, потому что в старых история идет по одному ручью, а в обычных по-другому. Мне информировали, что... А, это записка про шпионов среди нас, и что нужно быть осторожнее, и все дела. Хорошо. В общем-то, меня это, несомненно, радует, что на втором этаже у нас не было глючных записок, по-моему, еще ни разу. Все глючные записки были с первого этажа. То есть, я все-таки смею надеяться на то, что... Мне не придется копаться в файлах. Мне что страшно, смотрите, почему я не хочу копаться в файлах. Я боюсь, что я могу случайно затереть сейвы. Вот, и придется перепроходить, и это будет уже не так фан. То есть я второй раз не хочу лезть в испытание. Если мне придется перепроходить, я уже не пойду в испытание. Потому что, ну блин, это такой бред. Я думаю, вы это уже поняли, исходя из той записи, которая... Ну, там, третья серия, какое у нас было? Да, третья серия, это у нас было испытание. Вот, я не хочу просто, спасибо, нет, нет, нет. Я обойдусь, моя жизнь будет вполне прекрасная, если я ни разу в жизни больше никогда не пройду это испытание, мне прям будет хорошо. Так, что у нас это за комнатка? Комнатка с... О, с этим, с тренировочным чучелом, комод, в комоде ничего такого вроде как нету. Хорошо. Карту, пожалуйста. Очень нужно. Хочу. Надо прям срочно. Мне не хочется ходить и блуждать. Мне хочется ходить и исследовать. Так, это у нас получается выход к столовке. Ладно, черт с тобой, пойдем в столовку. Может, я через столовку смогу найти какой-то проход дальше. Так, тут у нас... О, сундучки, погодите, я эти сундучки не лутал. Тут у нас тесак. Тесак, ну, как оружие, в принципе, норм, но здесь к этому моменту уже не очень. Это сковородка? Можно ее на пояс одеть, да? Со сковородкой ходить. Так. Открываем. О, а дверка у нас ведет, кстати, в коридор. А что за... коридор. Стойте. Это что-то... Что-то где-то... Это как-то... А это... Нет, погодите. Это не в длинную комнату. Это... А! Это тир! Точно! Блин! Ребята, луки еще не добавили. Печалька. Ну, как бы не добавили луки, с одной стороны, ты ими не пользуешься, с другой стороны, вроде как и врагов нету, которые ими пользуются. Или добавили? Нет, это просто мишени. А луков тут нету. Жаль. Ристалище. О, привет. Блин, пошли вот эти вот огромные территории неизведанные. Сам не ведая, нашел, блин, место. Так, у нас есть ключик. У нас есть ключик. У нас есть три двери, но я их теперь в жизни не найду без карты. Что из них к чему? Сейчас бахину ты... Натыкаюсь на дверь, да? А это дверь, которая у нас шорткат. И ключ к ней подойдет. Нет? А! Ну, я почти уверен, что эта дверь у нас шорткат к началу. Но ключ к ней не подходит. Значит, это ключ к одной из запертых кладовок, если это можно назвать кладовками. Просто обычно я что-то говорю, бах, сразу же случается что-то противоположное. И да, произошло. Так, у нас тут наплечники, которые не очень хорошие. У нас тут жилетка, которая такое себе. У нас тут хлам.
который нам, в принципе, не нужен. И дверь, скорее всего, которая ведет к закруглению уровня в начало. Хорошо, у нас есть стрельбище, у нас есть ристалище. Знаете, нельзя без улыбки сказать слово «ристалище», потому что оно почему-то постоянно напоминает другое слово, я думаю, вы понимаете. Вот, хорошо, 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 отлично. Теперь, идем сюда. Блин, знаете, что будет плохо? Если это вон та дверь через тренировочную комнату, а если она будет какая-то еще и новая дополнительная. Так, ты у нас в столовку. А, вот, да, столовка, в которую не хотел заходить, мы бы вышли оттуда из бара. А здесь... Ну, по крайней мере, в столовке нет вроде как никаких дополнительных дверей. Мне вообще почему это место не нравится, потому что тут полно стульев, мы через эти стулья пересыпаемся, это выглядит отвратительно, чувствуется отвратительно, вообще не хочется этого делать. Да, вот этот звук кольчуги, его добавили, как будто он обжигается обо что-то и такой... А на самом деле у тебя просто кольчуга звенит. Но, по-моему, раньше звука кольчуги вообще не было, если я не ошибаюсь. Так, да, мы можем пройти дальше, не заходя в столовку. У нас здесь решетка, которая... Что? Я не могу сходу определить, был я здесь или нет. Сейчас посмотрим. Ясно, это то, что ведет нас в длинную комнату к горе наших трупов, которых мы тут пооставляли. Так, получается, здесь мы были? Да. Это то место, через которое мы уже пробегали. Хорошо. Открыли себе еще небольшой шорткатец, суперский. Пойдем через него, пройдем... Зайди, пожалуйста. Вход в столовку. Если нам пока в столовку не надо, идем сюда. Где-то должны быть... Так, а пришли мы вот отсюда, да? За ногу. Че, обязательно драться, да? А. Так, здесь у нас что? А, здесь у нас... Угу. Тот же самый вход. А. Так, ладно. Здесь... У нас две двери в одно помещение? А зачем? Здесь какая-то кладовая. Как мне на то смотрится. Какая-то кладовая. Куда нам не надо? Почему тут две двери? Вот что мне интересно. Для чего? Бутылки. Ящики. Блин, фигово. Я, по-моему, опять заблудился. Да, у нас есть ключ, но я теперь не найду, как мне вернуться к тем дверям, к которым у меня есть ключ. Потому что карта очень путанная. Да, у нас реально две двери в одно и то же помещение. Чему это? Вообще без понятия. Че, он придет сейчас с вот этим вот чучелом бодаться, чтобы пройти? Нормально.
Чувак застанил, я хедшотом добил. Ну, в этом смысле, конечно, да. Вдвоем оно как-то немножечко повеселее драться с кем-то, потому что... С другой стороны, сколько раз, когда на нас выбегали сразу двое... И они друг другу мешали. Так, тут ничего вроде как. Ау. Взял, перецепился. Кстати, пока я валяюсь, я не могу поднимать вещи. Ну, это правильно. Просто интересный момент. О, погодите, а тут мы не были. Записка. Parchment. Я сижу в таверне. Ну, то есть, да, это как мы и говорили, что это была таверна, столовка, все дела. Ладно, здесь мы не были. Может, мы найдем что-нибудь интересненькое. Кстати, смотрите, в чем прикол. У меня уровень пришел, да, уровень пришел. У меня же неудобство было 3. А, ну-ка. Сейчас у меня маневрирование в броне, у меня неудобство сошлось к 1. Чувак пару раз в торец получил и решил, что, наверное, он не хочет здесь больше находиться. Давай ты не будешь за ним гнаться, пожалуйста. Черт. Черт с ним. Он и так уже почти труп. Ты глянь, побежал. А, тут туалет. Мне сюда не надо. Он за ним бегает. Он там прямо его преследует, хочет нафаршировать. О, он достаточно восстановился, чтобы... с нами сражаться, и ему прилетело, и все нормально. Они убегают, я не помню, было такое раньше или нет. То есть это было у нас и на первом этаже, и здесь. Если он получает довольно много урона, он разворачивается и убегает. Это логично и правильно, я просто не помню, случалось ли такое раньше. Ой, чертовы столовки, блин. Вы шутите? Как в этом всем ориентироваться? Еще эти табуреты, как минные поля, расставлены. О, твою за ногу. Так, хорошо. Как мне во всем этом ориентироваться? Оно все одинаковое. Все вы на одно лицо. Так, вот тут мы нашли записку. Окей. Вот сюда вот мы не ходили. Дверь... Так выглядит, как будто я там не был. Ничего. Ничего. Заходи. Хм. Еще одна дверь. Которая закрыта, но не заперта. Это хорошо. Тут вроде как сидела, отдыхала шумная компания. Блин, ну оно все выглядит одинаково, черт. Я не знаю, был я здесь или не был. Ого. 3 лестницы. Ну, явно они в этих чанах там держали или муку, или что-то еще такое, или, может, какие-то жидкости. И лестницы нужны были, чтобы туда забираться. И это оттуда вычерпывать. Итак, что за место? Что за коридоры? Твою за ногу. Идем сначала сюда.
Это выглядит как какой-то тупичок, да? Вроде да. Выпутайся, пожалуйста. Опасно заходить в такие места. То есть на этом просто реально игра может завершиться. А! Погодите, это проход дальше, это выход с уровня. Но куда? Не-не-не, погодите, это, по-моему... Иди нафиг. Я прокачивается, кстати, очень быстро, хотя я ею не пользуюсь, что ли. Здравствуйте. Unavailable. Продолжительность требует. Я могу это? Ну, пусть качается дальше, ладно. Это у нас выход из уровня. Получается, мы с вами нашли переход на третий, насколько я понимаю, потому что... блин, а я не помню, как должен выглядеть переход на второй с половиной. Мы сразу попадаем там в пещеры или нет? Ну, хорошо. Выход из уровня мы нашли, а... Я бы все-таки хотел бы исследовать все, что здесь есть, а для этого мне все-таки понадобилась бы карта, допустим. Вам это не кажется логичным? Ладно, это то место... Давайте попробуем сюда. О! Что-то закрытое. Что-то закрытое — это всегда хорошо. То есть велики шансы, что мы здесь не были. Ну, по сути, потому что здесь свиток. Так, это у нас о том, что чувак избегал отношений со своими пациентами. Тут у нас насчет стража описано куча всего. Это мы все заберем. Это еще одна причина, по которой я забираю свитки и книги, потому что по этому я могу потом определить, был я здесь или нет. Открыл субстанцию. Это нам рассказывают, как чувак нашел вот это вот синее пойло, которое чудесным образом лечит абсолютно все и вся. Хорошо. Возможно, именно здесь нам все-таки дропнется карта. Я был бы этому просто безмерно рад и счастлив. Но тут только штаны и сапоги. Черт, 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 черт. Хорошо, пойдем дальше. Сундучок. И в сундучке тоже ничего нету. Ну, на самом деле, зачем? Кому-то какой-то лут давать? Вы о чем вообще? Это экзанима. Какой лут? Окститесь. О, а вот эту книжку-то я прошляпил. И сундучок тут я... О, воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот это я невнимательно сейчас был. Так, это у нас опять же о хранителе. Я потом все это упакую. Карта? Фиг! О, намордник! Погодите. Он оденется? Да! Вместо очков. Мне придется скинуть очки. Ну, а теперь у нас защищено лицо. Он здесь намордник? Погодите, мы в первый раз намордник видели только на рынке, по-моему, да? То есть это была такая штука довольно своеобразная, довольно... О, все, переполнилось, да? Отлично. Довольно своеобразная и довольно редкая. Тапочки я эти брать не буду.
мне они, в принципе, так-то не нужны. Неплохо так зашел, не посмотрел по сторонам. То есть вот тут вот все обсмотрел, облутал, а сзади у нас осталось и книжка, и намордник, и куча всего хорошего. Так, ладно, здесь мы не были. Это что-то новенькое. И тут у нас еще одна комната. Одна из самых больших проблем, которые я сейчас вижу, я начал забывать, где я видел закрытые двери. Это просто отвратительно, потому что если мне придется потом бегать и тыкаться в них, это будет прям проблема. Так, столики. Да, наконец-то! Фух. Так, у нас ключи первого этажа. Карта первого этажа? Нет, не влезет. Хорошо. Давайте вот эта вот шкатулка. Вот карта первого этажа. Я сюда ложу, то у нас будет шкатулка с картами. Карта второго этажа. Фух. Надо вообще сориентироваться, где я и где что, и где как. Да, вон, сверху справа это у нас выход на третий этаж, но нам туда не надо, а надо нам выход справа снизу, потому что по центру снизу это вход, видите, а выход справа снизу это у нас выход на второй с половиной этаж, вот нам туда. Хорошо, с учетом, что я пошел сюда. У нас будет множество маленьких коморок. Сейчас мы посмотрим еще, где мы находимся. Фух. Сейчас я себя чувствую прям гораздо лучше. Опс. Завалили. Дверка, в которую мы пришли, она у нас... Погодите. Вот это место, это у нас тупиковый коридор. Минутку, мы сейчас не на север смотрим. На север это вот так. Тупиковый коридор с выходом вниз. Недалеко от этого выхода. Тупиковый... А, все, отлично. Это вот это вот место. Я понял. Теперь... Да или нет? Но выглядит как оно. Сейчас посмотрим. Если... Если вот эта комната с буквой Г... Нет, погодите, я что-то... А, вот, я понял, где я нахожусь. Вот, это я другой коридор принял за этот коридор. Вот эта вот комната с буквой Г. По-моему, в прошлый раз я как раз пониже и ориентировался. Это нас выводит в довольно большой зал, в котором я не помню, был или не был. О, теперь можно, по крайней мере, ориентироваться хоть немножечко. Честно, этот этаж очень запутанный. Ну, не то чтобы очень. Естественно, если по нему походить, то можно понять, что и где и как. Но я здесь был один раз. И потом все, мы прошли дальше. То есть, черт. Хорошо. Комнатка с буквой Г, она у нас в конце выводит... Она, по-моему, тупиковая, да? Или... Нет, или там есть дверь, я никак не пойму. Нет, там есть дверь, все, нормально. Получается, что мы можем облутать вот здесь. Ну, если что-то найдем, конечно, в смысле. Облутать мы можем только, если мы что-то найдем. Хотя вот этот сундучок я вижу. Он так приныкался очень скромненько, но я его вижу. Зря я его вижу, там ничего нету. Мы еще ногой так хорошо залезли. Так. А что я хочу? И куда мне нужно? Основные вопросы.
У нас там есть тупичок с множеством маленьких комнаток. Я бы, наверное, тогда сейчас вернулся. И пошел бы сюда, туда, куда я изначально и шел. Здесь у нас... Я не помню, мы здесь были? Ну-ка, ты кто? Рубин. Не знаю, зачем я их собираю, но я возьму. Пусть будет. А лишним не будет. Так, у нас тут есть еще шкатулочка. И сундучочек, что еще гораздо более важно. И тут у нас нагрудник. Кстати, с хорошими характеристиками. Так. Полтора, половинка, один. Тут прям очень хорошие характеристики. Да, он опять же еще чуть меньше, еще чуть меньше, еще чуть меньше, но, по крайней мере, у него очень хорошая характеристика брони. Окей, годится. Забираем. Заверните два, пожалуйста. Тут ничего. Да, я... О-о-о-о-о-о! Нет, 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 не закрываем карту. Правый клик все закрывает. Я случайно нажал. Получается, вот у нас комнатка. Выходим, дружище. И нам вот сюда. Мы оказываемся. А, это то же самое место, в котором мы были. Это комната с буквой Г. Мы в ней оказываемся. А если мы пройдем насквозь. Так, тут у нас. Я просто гляну. А, тут у нас места, в которых мы не были. Это не заперто? Ёлки-палки. Сундучок. Подшлемничек. Подшлемничек, ну, в принципе. Сапоги. Кстати, они. Нет, они. Но они, возможно, лучше, чем у нашего друга Ля. Ну-ка, сейчас я, в принципе, вспомню, что у него за сапоги. Полторушка, полторушка. Наверное, даже получше будут. Оденем. И вот эта штука, ну вот эта штука, пофиг на нее. Блин, все хочется и везде хочется. Ладно, пойдем обратно. Пою за ногу. Все, приехали. Нафига ты на меня напал? Что я тебе сделал? Так, изначально я шел вот сюда. Потому что мне кажется, что там тупиковый рядочек комнаток такой. Тут открыто, закрыто. Тут открыто, отлично. Тут сейчас направо и налево будут маленькие комнатки. И все это потом заканчивается тупиком. Поэтому мне кажется логичным облутать сейчас все здесь и потом уже не ходить сюда. Так, кубик, штанцы... Пояс. Да, обычный пояс. У нас, по-моему, вот эти наши пояски, которые есть, они получше, или мне кажется. Тут сейчас комнаты будут с двух сторон. Да. Я не пойму до конца, но это как выглядит. То ли тюремные комнаты, то ли как, то ли что. Сейчас мы их облутаем. И потом будем сосредотачиваться на том, во-первых, как выйти. Ну, как выйти, я уже, допустим, найду. Это не такая уж и проблема. А куда вот тут ключик применить? Потому что мне кажется, что
применение ключика нам будет как-то интересно. Так, тут штаны. По-моему, тут вообще никакого ценного лута не будет. Я просто пришел сюда для очистки совести, потому что, ну, огромное место, которое изолировано от всего остального, с камерами, ну и типа сундуками, блэкджеком и сами знаете чем. Вот, поэтому мне проще его сейчас облутать и забыть о нем, чтобы потом не думать, ой, блин, там могло быть что-то ценное. Ценного тут, к сожалению, ничего нету. Много дверок, много всего. Но даже не в каждой комнате есть сундучки, а те сундучки, которые есть, в них, как таковых, ничего нет. Это печально. Могли бы, как в типа рандома, положить сюда что-нибудь интересненькое. Хотя, че я ною-то? Погодите, лут еще не закончился? Мы сейчас посмотрим. Тут у нас... пальто легкое. Сундучки-то есть в наличии, только в сундучках ничего нету. Последние две комнаты. На нас никто не выпрыгнет, не выскочит. Не полетят клочки по закоулочкам, а? Пояс, штаны, в кесете ничего нету. Ну, то обычно в них ничего не бывает. Хотя, с другой стороны, сейчас правила игры немножко поменялись. Капелечку. И, возможно, стоит лутать более тщательно именно то, чего раньше не было. Так, да, это тупиковая комната. Извини, чувак. Я его роняю просто направо-налево, к сожалению. Так, тогда мы просто выбираемся отсюда, тут больше ничего нет. Эта дверь как-то закрылась. Хорошо, на что бы я хотел еще глянуть, если уж на то пошло, если мы пойдем вот сюда и вот сюда. А это не отсюда ключ? Не отсюда. А. Это место для нас закрыто. Я теперь понял. Вот этот вот перешеек. Центральный пузырь на карте. Вот этот и перешеечек к нему. Он закрыт. Но мы туда можем попасть... каким образом? Давайте я сейчас быстренько пробегу туда. Это буквально пару минут займет. Мне просто интересно, могу ли я... Так, туда мне не надо. Через старые территории... Блин, вот взял, закрыл за собой. Вот зачем? Погоди, это что же комната? Нам не сюда. Нам в проход. Беги, пожалуйста. Такие вот проглюкивания, они, честно говоря, немножечко бесят. Теперь нам вот сюда. И тут можно по внешнему кругалю накинуть, чтобы прибежать в ту же самую комнату. Это у нас будет коридор, который приведет нас к еще вот этому коридору. И потом мы получим комнату с четырьмя колоннами. Да, комната с четырьмя колоннами. Здесь, если мы пойдем вот сюда, в нижнюю часть, мы попадем в... Стрелковая комната? Да, это стрелковая и ратная. Погодите, да, это те самые места. У нас, погодите, в ратной комнате есть перец какой-то, который ходит. Надо осторожнее. Мы его еще не убивали, я не хотел бы его агрить лишний-то раз. Получается, что это у нас ратная комната, которая заканчивается вот таким вот проулочком. Здесь у нас здесь маленькая вот такая вот загогулинка, в которую мы уже заходили. И вот та самая дверь. Да, я ошибался. Я думал, что эта дверь закругляет нас ко второму выходу из уровня. Это даже не близко, так? Это та самая дверь, которую... мы не можем открыть ключом. Это просто шорткат, чтобы мы не наворачивали круги вокруг. Хорошо.
Я более-менее разобрался, что здесь к чему. Вернемся сейчас в комнату с четырьмя колоннами. И будем, наверное, оттуда уже плясать, что к чему. А, у нас теперь эта штука тут ходит. Комната с четырьмя колоннами находится по центру сверху. Наверное, то, что сверху, это столовки там разные, то-то, сё-то. Ага. Ладно, ребятушки, да, у меня есть теперь определенные планы, куда и как я хочу сходить, куда и что я хочу сделать. У нас есть этот ключ, вот этот вот проход, шорткат, он нам, по сути, не особо-то актуален. Нам нужно проверить двери, которые у нас уже были, которые встречали заперты. Наверное, стоит... Знаете, что, наверное, стоит сделать? Пробежать, тут есть прямой спуск прямо вниз к началу уровня, почти без заминок. Мы можем пробежать, и потом через длинную комнату, мы можем, наверное, сделать это прямо сейчас, потому что это займет буквально пару минут, ну, даже не пару минут, мы просто ломимся вниз. Если тут все двери открыты, а я на это надеюсь, мы сейчас просто узнаем, этот ключ оттуда или нет. То есть мы пробегаем здесь. Здесь забегаем. О, мы, кстати, к запертой двери прибежали. Вот мы и узнали, от чего этот ключ. Запертая часть внизу. Вот от чего этот ключ. Хорошо, тогда здесь мы и закончим. Все, ребят, спасибо, что были с нами. Увидимся тогда в следующей серии. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек, всем покеда.